Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то у нас закончился трешечок с ростом силы. Нагнули мы, я считаю, английский сервер, английских топов, которые там кричали, что они самые имбовые. Ну вот как-то у нас получилось вот так. Завтра сила обновится уже, и у меня уже будет первый, в принципе, в Castle Clash максимальный. В принципе, я первый акциданта мифа получил первого, тоже первым, и тут тоже у нас будет первым. Второй миф, я думаю, скоро добавят нам новые плюшки. По сути, титул ничего не дает, вместо единички будет двоечка теперь, плюс 5% к атаке и хп на арене. В принципе, все. Больше титул, по сути, ничего давать мне не будет. Там особых плюшек, как видите, по сравнению даже вот легенда нет, поэтому вот так вот. Но я думаю, будет дальше силу можно запустить, в принципе, и до 900к. Просто стоит ли она того, если за это не дают никаких плюх? Это чисто так ради интереса было посмотреть, сможем ли мы до Нового года качнуть силу. И в принципе, это очень легко получилось. За 3-4 дня, в принципе, я поднял, может, чуть-чуть больше, там, за недельку, с 570 до 600. Поехали, поиграем в акции и бустанем все-таки на максималку. Что у нас тут сегодня интересного есть? Так, Tower of Gives это мы забрали, бонусы забрали. Поехали, посмотрим, что тут делается в сундучках. О, Варлока выиграли, супер. Триант. Сейчас еще имба героев себе затащим. Тыковка. Цантабу. Дескнайт. Индикейн. Ну, как видите, Молтаника даже выпала. Ничего себе. Вот так вот у меня. Еще плюс один дракон. Очень нужный герой. Сейчас надо будет заняться героями на архидемона уже. В принципе, бустить силу дальше нету. Я не знаю, сейчас посмотрим, дойдет ли нам силу больше 600. Хотя, думаю, дойдет. Вряд ли тут ограничение. Но это будет смешно, если мы сейчас наберем ограничение свыше 600. Нам не дадут просто качать силу. Точно так же, как играю сейчас с книгами. Самыми топовыми желтенькими этими книгами. Не могу открывать сундуки, много итемов. Надо, чтобы увеличивали, особенно на английском сервере. Количество слотов 10 тысяч уже давным-давно не хватает. И это печально. Снимали ограничения на ЗП. Может, хоть так можно будет, как и КГшки, было бы неплохо. Ладно, там синие, красные кристаллы, это еще более-менее терпимо, но и то красные сейчас есть куда израсходовать, а с синими проблема. Продавать на красные, там курс невыгодный, смысла вообще нет. Опять же, придумают 200-е просветы скоро. Так, что тут у нас? Забираем клюшечки. Ну, как видите, дают неплохо героев здесь. По сравнению с русским сервером, я вам скажу, здесь реально только герои падают. Такс, флиппинг. Блин, у нас тут шансов столько. А, тут, в принципе, чем мне нравится, здесь вот рядом можно вот так вот жмакать, оно все быстренько будет. Посмотрим, чем мы тут сегодня выбиваем. Уровни бега, это то, что надо. Самое интересное, что они падают в один слот. Я не помню, третий или четвертый. Черепушка, неплохо. Бустанем еще плюс 10 силы. Такс. Триантик. Теперь можно возвращаться на русский сервер и там начинать качать силу. Шучу, конечно же. Там такого не получится очень долго. Такс.
Я не знаю, вот отсюда я еще ни разу не вытаскивал какую-то имбу, тут походу их вообще нет. Падают герои больше, чем на русском, но здесь ничего не меняют в акциях таких. У нас на русском хоть разница, что у нас на русском меняют награды, здесь просто на это забили, здесь меняют просто рынок. В принципе, вот эти вот плюшки даже нафиг не нужны. Это так, ради интереса, что здесь падает, и как обычно здесь падает больше всего, это Трианта в Лиде Лео. То, о чем я и говорил. То есть одни и те же награды. Вот череп это сегодня удивление, а еще и Варгулном упал. И Варлок упал, ну все, короче. Ух ты, да ты что, вот это просто мега везение. Одни, короче, герои падают. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас еще есть. И что у нас последним? Ордена. Супер. Награды просто супер. Так, отлично. Так, что у нас тут еще? Покер-матчер, смеш. А, кстати, мы не забирали. Мне ж надо два мешочка охника. Как это я могу такое пропустить, такую халяву? Особенно на английском сервере. Так. Тут смотрите, как тут герои падают. Дрейк. 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 Трикси. Малышник, пятый сундук, призрачный, призрачный, прайм-карта первая, еще прайм-карта, вообще просто имбово. Так, покер-матчер, я не знаю, сейчас посмотрим, что у нас тут есть, по-моему, тут у меня даже попытки какие-то есть, мы не будем заморачиваться, мы просто сделаем вот так вот, сдача, сдача, сдача. О, мы даже вытащили, видите, даже вытащили. Просто на открытие еще одну вытащили. Нифига себе. Еще одну, еще одну. Ух ты. Смотрите. Оп. Неплохо так. Шестые руны, седьмые руны, восьмые. Нифига себе. Так, а ну-ка я гляну, что у меня. А, у меня места хватает. Неплохо. Плюс я могу еще очень много ролить их, но я их ролить не буду уже. Это уже не очень интересно. Так, смотрим, что у нас еще есть. Ух ты, 5 пик. Ну. Камикрок. Камикрок 2, 3 штуки. Камикрок 3. Даже не знаю, что это такое. Честно говоря, никогда не заморачивался. Сейчас посмотрим. Что у нас за камикроки падают? То же самое будет. Нет, здесь другое. Ничего себе. Бастион, аугментация. А, это, наверное, камни на этот, на прокачку. Так. Смотрите, сколько всего падает. Вот это прикольненько, конечно. Так, что тут у нас все, больше нету. Ну, мне понравилось так открывать. Так, ладно, потом я потрошу еще. Поехали, заберем, посмотрим. Да, это камешки. Так, ну, такое себе. Ну и поехали. Самое интересное, наверное, это... Сейчас еще сюда забежим. Императорская кузница, которая у них никогда не меняется. И самое основное, что здесь просто, блин, бредовые призы. Каменка за 120к за задоненных. Если тут каменку, блин, продают... Ну, я не знаю, уже давным-давно не продаю тут копейки. Возможно, из-за того, что здесь это раритет. О, мы можем даже Некроса купить. Нифига себе. Даже два пятых сета, ребят. Вольтика можем взять. Так, сейчас. Блин, что же делать? Как это сделать? Блин, ничего такого нету, чтобы... Тут все 100%, видите, не рассчитал немножко.
И нечего зафейлить уже. Так, ну что берем, что берем? Давайте, Некроса. Некроса. Сюда нам не хватает. Че я парюсь вообще? Мы, конечно же, выберем Афинку, как импу. И зафейлим Некроса. Оп! 90% и фейл. То, что я вам хотел всегда и показываю, что если собираете, собирайте именно 100. 99%, 98% вы никогда не выиграете здесь. Это уже проверено было не один раз. Окей, с этим разобрались, поехали дальше. Гадские книги, которых я не знаю, они мне будут сниться. Желтенькие эти книжечки. Поехали в клюшки, посмотрим, что у меня тут осталось. Ну ничего так. Падает все то, что не надо. Так, эти сундуки не могу открыть. Четверки я тоже не могу открыть из-за книг. Тройки. Тройки, кстати, можем открыть. 150, карты, карты. Ну, карты неплохо, по две карты, смотрите, падает. И больше нам не дало открыть. Да, походу, да, не дало. А не дало нам открыть из-за кулаков. Супер. Так, let's go. Даже камешка не дало. Жесть, зажали, короче. Просто тупо зажали камешек мне. Так, ну все вроде. Четвертые блинки бегают, это, конечно, смешно. Так, ну это я не могу все забрать. Потом кулаки надо будет забрать, чтобы они не пропали у нас. 599-99, поехали. Сейчас немножко подкачаемся. Ну, я не знаю. Давайте зайдем на имбу Атланта. Сделаем вот так вот. Только чпок. И все. 6-2-0-2-0-6. Вот даже так можно оставить. Получили мы самый топовый наконец-то титул. Все-таки дает дальше качать. Как видите, силушку можно дальше растить. Не знаю, может сейчас каких-то багов наловим. Поехали. А, видите, у меня не обновилось даже. Сейчас, подождите. Выйдем. Что за дела? Сейчас прикиньте, просто титул есть написанный, но он не дается. Не, все-таки да, дали нам мифа второго. Видите, перезашли и все-таки нам его дали. Поехали, посмотрим ради интереса на арену. Что у нас тут изменится? Так, что тут у меня? Фрейя есть, отлично. Let's go. Ух ты, столько у него имбовых героев. Как же быть, как же быть? Что же делать? Затащим, не затащили. Ну все, ну нафига мне такой титул, который просто не тащит. Что за подстава, IGG? Просто ужас. Я даже не знаю, что делать после этого. Приходится, походу, сливать силу и сливать аккаунт. Так, а что, у меня бабульки нет? Блин, так хотел бабулькой потрешивать. Ладно, попробуем вот так. Так, так, а по центру просто поставим мегаимбового черепа с девяткой, по-моему. Ой, посмотрите на урон от питомца. Смешно как-то чуть-чуть. Да. Так, ну поехали с этим попробуем.
Надо все-таки ремку поставить, чтобы она сразу же включалась. У нее, по сути, отхила нет. Так, ладно, берем тяжелую артиллерию. Бабулька, настало твое время. Сейчас мы проверим, насколько у меня имбовый. Точнее, имбовая бабуля. Так, 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 так. Новые рунки, я думаю, мы им ставить, ей ставить не будем сейчас. Так, мы изначально сейчас потренируемся на исцеление. Так, где мое исцеление? Так, там ей еще, давайте ей еще поставим сюда панчбокса. Он пока 34-й, но уже максимальный. Потом вам засниму, что он может на максималке. Так, с арена поехали. Челлендж. Ну, давайте заденьте ее разок. Ну, сколько там у нас отхил, я не вижу. 300. Блин, не видно. Да что такое-то, а? Чё за подстава, блин? Будем его бить, пока не пройдем. Хочу увидеть отхил. О, уже получше. Но видите, все-таки стан проходит. Смотрите, какие жесткие. Надо, конечно, может и другого питомца, но ладно. Давай, бабулька, я в тебя верю. Ничего себе, смотрите, какой бигфут. Какой-то бигфут неправильный. Не успеваем, видите, не просто не успеваем. Печаль, печаль, печаль. Качал титул, блин. Ради чего я качал 600к? Ради этих 5%. И тут такое. Вижу 310. Анубис, ты куда пошел? Иди сюда. Ну, не знаю, честно говоря, не знаю. Не особо я увидел намного больше прирост от хила. Возможно, но хотя 5% это по сути ни о чем. 320. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо, 320к. Сейчас мы еще попробуем сюда и шатанем. Интересно, на фрейе будет лучше видно. В общем, вот такая вот беда, ребят. Титул качнули, а толку от этого никакого. Ну, в принципе, оно так и должно было быть. Все, пишите комменты, что будем дальше делать. Я даже не знаю, скучновато. Титул качнули. Дальше ждем просто развития новых титулов. Я не знаю, что они там еще придумают, потому что силу уже можно набирать свыше 600к. Если, конечно, надо, посмотрим еще с этой силой, что мы сможем сделать там в лабиринте, в других локациях. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.